Рязани. Вот и Рощина. Люся Рощина, которая Людмила по паспорту, но по обращению к ней она просила называть Люся. Люсенька, пожалуйста, мы тебе всякое наскажем, но только ты сделай. У Рощиной самая сложная база, как мы и говорили, 6,7 она планировала делать. Надеемся, что получится и сейчас. У нее связок достаточно, там, прилично здесь. Держись. И вот тот самый... Но труднейшая связка. Сальто Йегер, которая, в общем-то, она допустила хорошая. В квалификации, к сожалению, падение. Давай. Здесь все получается. И стоим. Два с винтом. Ой, блестящее исполнение. Вот и догоняйте просто ее за хвостик. Блестящее. Доставайте ее, догоняйте. Не знаю, какая оценка будет. Ну, я-то легко бы поставила за 14 баллов. Просто не... Ну, просто умница. Поверьте, почти две трети комбинации она на риски, на риски, на риски. И как отчаянно, как смело, ну, прям дурочка. Ну, вы посмотрите, она ничуть не экономит движение, она ба-банк идет. Ну, сложность, станет, конечно, просто Мельникова и будет соображать. Я имею в виду, Мельников выйдет на лидерские позиции, будет совсем соображать, потому что молодец. Ну, и надо отметить Сергея Андрианова, который является специалистом в этом виде многоборья, тренер сборной команды страны. Молодец, Люся. Я ну и тренер, готова... конечно, Люси Елена Лаян, которая на этом старте вообще впервые вышла в качестве тренера, потому что, как правило, она находится в составе судейской бригады. И здесь для нее это тоже очень волнительный момент на таком старте сразу со своей подопечной. Я ее видела перед тем, как одного элемента. 14-633, дорогие друзья. Небольшая пауза. Сейчас